чем смысл жизни? Вопрос, наверное, сложный, но в то же время простой. Смысл всегда сокрыт в ответе на вопрос «зачем?». Эйнштейн однажды сказал, что одно дело узнать ответ на вопрос «как была создана Вселенная?», но гораздо важнее найти ответ на вопрос «зачем она была создана?». Мы теряем смысл жизни, когда теряем свой «зачем?». Но ведь в мире, в котором все, по сути, произошло случайно, по определению, не может быть никакого смысла. А значит, и нет никакого зачем. Ну, по крайней мере, они так сказали. Но почему где-то все время креется мысль, что так не может быть, что смысл все-таки есть? Но как узнать наверняка? У кого спросить? Если ты видишь стул и не знаешь, зачем нужен стул, спроси про стул у плотника. Лучше создателя никто не будет знать о создании. Все в мире создано с неким смыслом. Да, что если предположить, что ты создан? Значит, есть создатель. А если есть создатель, значит и есть ответ на вопрос «зачем?». Но как поговорить с ним? Именно для этого Иисус Христос и пришел в этот мир, чтобы вернуть каждому человеку связь с создателем и смысл. Восстановить эту связь проще, чем кажется. Все, что нужно, это твоя вера.